Полярный медведь – так назывался первый в истории Ямала профессиональный турнир по смешанным боевым единоборствам, посвященный памяти героя России Магомеда Нурбагандова. Соревнования прошли в Новом Уренгое. Среди 22 участников – спортсмены из Бишкека, Омска, Тюмени, Сургута, Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска, Таркасале и Губкинского. Наш город представлял Ильсур Лукманов. По словам бойца, к турниру он упорно готовился вместе со своим тренером Артуром Гамзаевым. Перед началом боя, да, мы с Артуром Руслановичем как бы изучали соперника, разрабатывали. Так что, ну, соперник у меня был как ударник, он. И Артур Русланович сказал, наше счастье в борьбе, как бы и за счет борьбы и выиграли. Смешанными единоборствами Ильсур Лукманов под руководством Артура Гамзаева занимается 1,5 года. Молодой человек – кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Также владеет такими разновидностями боевого искусства, как грепплинг, панкратион, боевое самбо и греко-римская борьба. В турнире «Полярный медведь» Ильсур выступал против соперника из клуба «Легион-89». За 15 минут по итогам 3-го раунда губкинский боец выиграл бой. Перспективы у него огромные, именно вот что касается Лукманова. Парень очень упорно занимается. Самое главное в нашем деле – это упорство, целеустремленность. Почетным гостем турнира стал известный российский спортсмен Рустам Хабилов. Один из лучших бойцов UFC провел открытый урок, где делился секретами мастерства. Известный боец высоко оценил подготовку ямальских спортсменов, в том числе из губкинского. После боя я с ним разговаривал. Наш боец ему понравился. Есть свои недоработки ударной техники, но борцовская техника его не подвела. Но это план на бой наш был. Использовать борьбу, использовать сильные стороны. Губкинские бойцы благодаря поддержке администрации города скоро будут заниматься в новом зале. Кроме того, в середине февраля 4 спортсмена отправятся на окружной чемпионат по смешанным боевым единоборствам в Надым. Елена Хиль, Илья Квасов, новости Губкинского.